Здравствуйте, с вами магазин Юный Папа, и сегодня мы рассмотрим радиоуправляемую машинку с артикулом YE81406. Так, здесь указан именно ее артикул. Смотрите, там, где находится галочка, потому что есть с батарейками, есть с аккумулятором. Прошу обратить внимание, то, что данная машинка идет на радиоволне. Вот именно это будет идти на волне 2,7 МГц. Есть также 35 и 40. Смотрим, что внутри данной коробки. Так, внутри коробки сама машинка со всеми комплектующими, а также инструкция на русском языке. Тут все полностью расписано, что и как необходимо делать. Посмотрим более подробно. Сначала извлекаем пульт. Обратите внимание, то, что здесь идет батарейка Крона. Она идет в комплекте непосредственно с самой машинкой, но, как показывает практика, скорее всего, уже будет посажена. Это очень часто бывает в таких комплектациях. То, что именно такие вот батареечки, мы даже ее распечатывать не станем. Вот она, пожалуйста, упаковки. Скорее всего, уже мертвая. Так что воспользуемся нашей батарейкой и установим ее. Главное, не перепутайте при установке плюс и минус. Также у нас идет в комплекте зарядное устройство от сети и непосредственно сам аккумулятор. Аккумулятор 6-вольтовый на 500 мАч со стандартным разъемом для игрушек. Такой вот маленький черный. Что ж, давайте соберем машинку и попробуем на ней поездить. Кстати, вам еще потребуется сюда установить антенну. Антенна у нас находится в коробке в углу. Не пропустите этот момент. Устанавливаем антенну и обратите внимание, что на пульте нету кнопок включения и выключения. Он работает сразу же. Для машинки установка происходит снизу. Откручиваем винт. Кстати, отвертка в комплект не входит. Устанавливаем сюда батарейку. При установке будьте аккуратны, не оторвите провода. И обратите внимание, то, что здесь есть специальный слот самой машинки, куда у вас будет прятаться коннектор вместе с проводом. Это очень важный момент. Давайте ее включим. Здесь также находится выключатель. Машинка работает сразу, без музыки, без лишних звуков. Оу! И довольно-таки шустрая. 15 км/ч, если быть точнее. Так, давайте посмотрим на фары. Когда едете вперед, у вас работает задний привод и работает фара. Соответственно, когда едем назад, сзади фар, к сожалению, нет, как видите. Сзади отсутствует, но есть впереди. Соответственно, то же самое с поворотом. Ну, пожалуй, все, что нужно знать о этой машинке. Спасибо, что были с нами. И всего доброго вам. Ждем в нашем магазине.